Приветствую вас, друзья. Сегодня я немножко потараканю. У меня совсем немного времени, буквально вот несколько часов вечером, потому что я с утра ходил на Москва-Сити. Там ничего интересного, там все заросло, и ловить практически невозможно. Где есть чистые места, там стоит мелкий жерех, и практически как бы неинтересный. Не практически, не теоретически его ловить неинтересно. Вот. Поэтому я передвинулся на маленькую речку, на микроречку. Вот. Хоть снасть у меня сегодня не ультралайт, а лайтовая Дайва Фуэго до 15 грамм и шнур 0,8, а не как обычно у меня 0,4. Но, в принципе, какая разница, будет только как бы безопаснее выдирать, потому что я сегодня и не в забродах, я обычно в забродах хожу. Вот. Ну, смотрите, что получится. Думаю, будет немножко рыбы, и, в общем, и видео будет не особо длинное. Но, я думаю, кто хочет как бы посмотреть ловлю на тараканы, я постараюсь сегодня как раз еще разловить еще одну приманку от Сакуры Gimme Bug. Смотрите, думаю, у меня все получится. Вот это да. Вот это был хороший. Это был очень хороший. Хоть кто-нибудь сядет уже. Есть. Вот на Gimme Bug. Хороший. Вот Сакура Gimme Bug. Это маленькая версия, там 30, по-моему, миллиметров. Вот головлик такой неплохой. И, блин. Что происходит, блин? Опа, что такое? Не мелкий. Ах ты, ах ты.
Опять гимми бак. Так, есть. Что-то я не заметил, он унес просто вниз. Так, опять гимми-бак в деле. Голавлик. Идем отпускать. Ах ты ж собака! Есть! Опа! Хороший! Хороший! Хороший. Опа. Так. Отличный. Не знаю, сколько у него. Грамм 600 точно. Вот это да. Вот это я понимаю. О! О! Сейчас мы его пофоткаем и отпустим. Вот, гимми-бак сработал. Отличный. Отличный голавлик. Сейчас будем отпускать его.